перевозимых пассажиров в одном транспортном средстве. В последнем постановлении Кабинета министров это количество человек ограничено количеством сидячих мест транспортного средства. То есть по количеству сидячих мест транспортного средства, которое указано непосредственно в паспорте или в паспорте транспортного средства. Если это там трамвай, то в зависимости от типа это примерно до 40 сидячих мест, троллейбус это примерно до 35 сидячих мест, автобус первого класса, они тоже там различные по количеству, но где-то до 55 сидячих мест. То есть мы берем всех пассажиров на все сидячие места. Стоять в общественном транспорте не дозволено.